Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о вопросах, которые обязательно нужно задать себе, прежде чем завести собаку. Вы давно мечтаете об очаровательном лающем друге у себя дома, и вот уже кажется совершенно готово его завести. Подождите, у нас для вас есть несколько вопросов. Если вы не хотите, чтобы жизнь с собакой приносила больше хлопот, чем удовольствия, проверьте, готовы ли вы к ней. Итак, представляем вам 6 вопросов, которые нужно задать себе перед тем, как завести собаку. Первый вопрос. Готовы ли вы к ежедневным прогулкам с собакой? Выходить гулять с питомцем нужно минимум 2 раза в день, вне зависимости от вашего желания и погоды на улице. Причем речь здесь идет не о 5-минутном пребывании на свежем воздухе, а о полноценной продолжительной прогулке. Она должна не только позволять собаке справить нужду, но и содержать в себе элементы умственных и физических нагрузок. Готовы ли вы к собаке финансово? Второй вопрос. Содержание лающего друга подразумевает множество трат. Необходимо постоянно выделять деньги на корм, игрушки, аксессуары и одежду для питомца, походы к ветеринару, средства для ухода за животным. Кроме этого, многих лающих нужно водить к профессиональному грумеру и на занятия к кинологу. Третий вопрос. Готовы ли вы воспитывать собаку? Когда собака появится в вашем доме, вам необходимо будет научить ее правилам жизни с вами. Если вы приобретаете щенка, то вам нужно будет воспитывать его с нуля. Прежде чем собака научится следовать правилам жизни с вами и станет воспитанной, вам нужно будет уделить ей не один час своего времени и проявить максимум понимания и терпения. Готовы ли вы делить свое жилье с собакой? Четвертый вопрос. Если вы планируете содержать собаку не в вольере или будке, а дома, будьте готовы к тому, что первое время питомец будет исследовать новое для него пространство. Очень часто такие исследования заканчиваются погрызанными проводами и ботинками. И даже во взрослом возрасте многие лающие могут быть источниками беспорядка в доме. Например, во время линьки, когда их шерсть нужно постоянно убирать из предметов в квартире. Пятый вопрос. Готовы ли вы к изменениям своего режима жизни? Собаки – животные, которые любят жить по четкому расписанию, а значит, хозяин должен быть в состоянии его предоставить. Для прогулок и кормления должно быть свое время. То же самое касается игр и тренировок. Собака – это не игрушка, и становясь хозяином лающего друга, вы полностью берете ответственность за него. Теперь вы должны внимательно следить за психологическим и физиологическим состоянием вашего питомца, всегда быть в состоянии обеспечить ему комфортные условия проживания и в случае необходимости отвести его к ветеринару. Если на все перечисленные вопросы вы ответили «да», поздравляем, вы станете хорошим хозяином для вашей будущей собаки. Только всегда помните, мы в ответе за тех, кого приручили. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!